Официальное открытие фестиваля состоялось на Майдане, на главной площади Атамани. Праздник открыли парадом флагов. Внесли 44 знамени районов Кубани, сел, поселков и общественных организаций. Парад флагов сменил парад казаков, которые пронесли символы России и Краснодарского края – Андреевский флаг и знамя Кубанского казачьего войска в память о черноморских казаках, которые впервые высадились на Атамани в 1792 году. По главной площади пронесли казачьи регалии, жалованную грамоту, подписанную Екатериной II о вечном владении земли Таманской, ларец со священной землей и войсковое Евангелие. После парада флагов на главной сцене выступил кубанский казачий хор. А в это время в Куренях готовились к приходу гостей. Вы знаете, традиционный фестиваль «Легенда Атамани», который проводится здесь каждый месяц, в этот раз собрал необычно много людей. Потому что, наверное, все-таки Атамань сегодня известна не только на Кубани, но мы всегда радуемся, когда приходят люди из разных уголков нашей страны, в том числе из-за рубежа. Это наши корни, это наша история. И не зная корней, не зная истории, ну, нельзя говорить о развитии будущего. Особенно радует, когда сюда приходят семьи, приходят дети. Они действительно в натуральном виде видят, в каких условиях проживало казачество, как оно зарождалось. У нас хата винодела, поэтому очень многих вызывает большой интерес процесс изготовления вина. Мы сегодня по максимуму представили и тот чан, в котором мнут виноград, и рушилка, которая, значит, его давит, и те приспособления, которые сегодня уже используются для того, чтобы запечатывать бутылки и выдавать хорошее, качественное анапское вино. Здесь представлено 10 предприятий Анапы, которые занимаются виноделием. 4 винзавода, 5 крестьянско-фермерских хозяйств. На пятом фестивале сыграли 30 свадеб в Куренях и еще одну из Малиновки. Все свадьбы прошли по казачьим традициям – со сватовством, выкупами, конкурсами и танцами. Подружки, невесты на выдане занимались рукоделием, чтобы оценили гости их умение. Мы показываем, как раньше на Кубани шили лоскутные одеяла, чем укрывались люди. Вот посмотрите, уже готовые варианты. Очень интересный способ изготовления. Да. Дело в том, что люди оставляют здесь разнообразные пожелания, хотят вернуться сюда снова. А также очень интересные дети оставляют желания, собак хотят. Кто-то хочет квартиру или машину, ну а кому-то просто не хватает внуков или правнуков. Казаки показали высший класс гостеприимства, несмотря на негостеприимную погоду. В Куренях Атамани за один день приняли более 30 тысяч гостей. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.